В эфире телерадиокомпания «Шебекино». В студии Антон Ефременко. Здравствуйте. Самые интересные события из жизни города и района сегодня в выпуске. 85-ю годовщину отмечает элита российской армии воздушно-десантные войска. Районный фестиваль вокально-инструментальных групп «Живой звук» прошел на площади модельного дворца культуры. Любители туризма собрались в живописном уголке Шебекинского района на юбилейный фестиваль туризма. А теперь об этих и других событиях подробнее. 2 августа на площади у кинотеатра «Космос» собрались ветераны воздушно-десантных войск, гости, а также все те, кто служил в самых элитных войсках нашего Отечества. Воздушно-десантные войска, крылатая пехота, голубые береты – какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, при любых обстоятельствах, неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу «никто, кроме нас». Сыны крылатой пехоты стояли под государственный гимн Российской Федерации смирно. Товарищ гвардии подполковник, воины-десантники города Шебекино, на торжественный митинг, посвященный 85-й годовщине образования воздушно-десантных войск, построены. Поздравляю вас с 85-й годовщиной образования воздушно-десантных войск! Митинг, посвященный 85-летию воздушно-десантных войск, открыл заместитель начальника департамента по внутренней политике, начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Игорь Владимирович Лазарев. Уважаемые друзья, сегодня не только это ваш праздник, это праздник всей страны. Сегодня будут все вас поздравлять, родные, близкие, друзья. И все будут желать только самого главного – мирного неба над головой и здоровья, успеха во всем. Вы сегодня являетесь образцом для молодежи. Вы сегодня герои для детей и для девушек. Вы сегодня являетесь тем, ради чего Россия живет в сегодняшних условиях. Уважаемые друзья, пока вы здесь стоите, пока рядом с вами молодые поколения, нам не страшны никакие западные санкции. Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю вооруженных сил страны. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине, навечно овеяны неувядаемой славой. Уважаемые десантники, дорогие шебекинцы, в нашей стране много праздников, и государственных, и профессиональных. Но есть особый праздник – День воздушно-десантных войск. Когда мы видим, когда выступают воины на тренировках, показывая мастерство разбивания кирпичей, досок, рукопашный бой, то мы понимаем, что за этим стоит каждодневные тренировки, напряженный труд, выматывающие марш-броски. Выдавая всегда были на передовой и в нашей стране, и за пределами родной земли. Венгрия, Чехословакия, Эфиопия, Афганистан, Чечня. Наш воин, русский десантник, лучший из лучших, профессионал высшей степени. Сегодня воины-десантники вызывают уважение и восхищение как у ветеранов, так и у молодых людей, готовящихся к службе в армии. Сегодня элита нашей армии – это вы. И мы знаем, что пока вы в строю, пока вы даже в мирном строю, нашей стране нечего опасаться. Мне очень приятно отметить, что сегодня шебекинские десантники так много делают для военно-патриотического воспитания молодежи. Ежегодные сборы, ежегодная работа с молодежью, которую они проводят днем и ночью. Спасибо вам огромное за это все. Я хочу вам пожелать, конечно же, крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего. Слава ВДВ!
К 85-летию воздушно-десантных войск Президиум Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана и Союза десантников России была учреждена юбилейная медаль «85 лет воздушно-десантным войскам». Почетную миссию выполнил председатель Белгородского регионального отделения Союза десантников подполковник Мансур Исмаилович Абдрахимов. Вручил медали достойным сынам Отечества. Церемония награждений продолжилась вручением памятных ножей юным шебекинцам, отличившимся в военно-патриотических сборах. Безоблачного неба и крепкого здоровья пожелали виновникам торжества приглашенные гости. Всех, не вернувшихся с войны, почтили минутой молчания. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику погибшим в локальных военных конфликтах. Чуть позже десантники собрались в селе Новая Таволжанка, где также прошел митинг-концерт в честь 85-й годовщины воздушно-десантных войск. Крылатая пехота – это не только стратегический резерв Верховного Главнокомандующего, не только сила духа, любовь к родине, но и десантное братство. Поэтому всех, кто когда-либо носил или носит сейчас голубой берет, поздравляю с нашим профессиональным днем. Слава ВДВ! Никто, кроме нас! С праздником вас, уважаемые десантники! Девиз «Никто, кроме нас» пронесите всю жизнь в своих сердцах. Мы гордимся вами и рады за то, что вы живете на нашей Таволжанской земле. С праздником! Совпало 70 лет Великой Отечественной войне, 85 лет воздушно-десантным войскам. Хотел пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба над головой и всего самого наилучшего. Слава ВДВ! Никто, кроме нас! Подробности культурной жизни города вы можете узнать из интернет-групп ВКонтакте и Одноклассники по ссылкам ниже. Будьте в курсе интересных городских событий. 1 августа на площади Дворца культуры проходил гала-концерт 2-го районного фестиваля вокально-инструментальных групп «Живой звук», в котором приняли участие 8 коллективов. Фестиваль проходит при активной поддержке администрации района и города, местного отделения Совета сторонников партии «Единая Россия». Впервые фестиваль «Живой звук» состоялся 8 августа 2013 года по инициативе музыкантов в 70-80-е годы, игравших на танцевальных площадках Шебекинского района и города Шебекино в вокально-инструментальных ансамблях и рок-группах. Первый концерт был посвящен памяти ушедших из жизни шебекинских музыкантов. Это мероприятие вызвало огромный интерес жителей города разных возрастов. Многие из выступавших коллективов собрались для этого концерта впервые через 20-30 лет. В этот раз я в этот
Звучали любимые песни 70-х, 80-х, сопровождаемые аплодисментами подпевавших зрителей. Нынешний концерт собрал 8 коллективов, 5 из которых – группа «Фон», «Бронепоезд», «Кавер-самолет», «Живой звук», «Колесо времени» – ежегодно принимают участие в фестивале. Приветствую вас на этом прекрасном мероприятии, на замечательном фестивале «Живой звук». Позвольте передать вам приветствие руководителя местного отделения партии «Единая Россия» Артема Александровича Кириченко. Ведущая уже перед началом рассказала о том, как появился наш фестиваль. Вот его идея в прошлом году и объединила те коллективы, которые сегодня еще появятся на сцене. А вот тот самый момент, что в нашем фестивале уже начали принимать участие и белгородские коллективы, говорит о том, что мы скоро дорастем, наверное, и до областного уровня. Открывал нынешний «Живой звук» коллектив молодых музыкантов МПК, на смену которым вышли ребята, назвавшие группу «Without Time». Зрители, которых отовсюду привлекал мощный, поистине живой звук, с удовольствием подходили послушать любимые песни. Многие, не стесняясь, танцевали. Выступление музыкальных групп прошло на высоком исполнительском уровне. Каждый коллектив получил диплом участника и памятный подарок. А все, кто пришел в этот вечер, получили в подарок массу удовольствия. Туризм – один из тех видов спорта, который на протяжении многих лет не теряет свою популярность среди жителей Шебекинского района. Увлекаются им и молодежь, и люди старшего поколения. О том, как правильно вязать страховочные узлы и преодолевать переправу, в репортаже наших корреспондентов. Ежегодный фестиваль туризма проводится в окрестностях села Безлюдовка. Юбилейное мероприятие собрало истинных любителей этого вида спорта. На фестиваль в этом году съехались 8 команд из разных уголков нашей области. Шебекино представили 2 опытные команды. Соревнования по традиции открыли спортивным ориентированием. Этот этап уже 3-й год подряд проходил ночью. Полоса препятствий, как признаются участники, один из любимых этапов. Также в программе проводились контрольно-туристический маршрут, конкурс поваров и конкурс самодеятельности. Шебекинский фестиваль туризма носит статус открытого, а это значит, что любой желающий может принять в нем участие. Чтобы выступить на фестивале, необходимо создать команду из 6 человек. Обязательное правило – в команде должны быть 2 представительницы прекрасного пола. Погода в этом году преподнесла участникам небольшой, но весомый сюрприз. Ночами шли дожди, а в светлое время суток солнце грело бывалых туристов. Фестиваль туризма с каждым годом преображается. Мы хотим пригласить всех, кто желает и кто не желает, тоже хотя бы посмотреть, раз в год приехать. Возможно, кто-то будет создавать команды. Здесь нет никаких ограничений ни в возрасте, ни в классе. Всем рады. Все одни просто могут взять прохождение в скорости, другие художественные самодельцы. Поэтому приходите к нам в гости, мы рады. И в течение еще 10 лет, надеемся, будем только увеличиваться команд и развиваться наши соревнования. Организаторы открытого фестиваля туризма рады каждому участнику. Тепло принимают всех новичков. Я участвую не первый год на этих соревнованиях. Очень доволен этой организацией. Нашел тут много друзей среди товарищей по команде. Не только по команде, из других команд тоже нашел. Ну, очень весело проводить здесь время. Просто высший класс. 25 июля, в День Нептуна, на городском пляже состоялось театрализованное представление Народного театра студии «Горизонт». Шебекинцы дружно встречали заморских гостей. Участники театра-студии собрали вокруг себя множество девчонок, мальчишек, а также их родителей. Девочки-русалки поведали ребятам о владыке всех морей Нептуне, пели песни о лете.
Русалок сменяли шутливый водолей, веселая лягушка-квакушка и даже пираты, которым ребята препятствовали пристать к берегу на весельной лодке. Детвора с большим азартом обливали речной водой пиратов, которые приплыли на праздник Нептуна. У каждого персонажа была припасена своя игра для шумной детворы. Самые активные участники и команды победительницы получили поощрительные призы. Ярким и торжественным был выход царя Нептуна со своей спутницей, не изменяя традициям, владыка всех вод земных причалил к берегу на моторной лодке. Поприветствовав шумную толпу отдыхающих, Нептун повелел собравшимся продолжать играть и веселиться. По окончании представления персонажи попрощались со всеми на Нижегольском берегу до будущего лета. В целях социальной поддержки детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья администрация Шебекинского района учредила благотворительный марафон «С добром в сердце». В период с 25 декабря 2014 года по 1 июня 2015 года были собраны средства для покупки специальной медицинской кровати. В гости к семье Калугиных отправились корреспонденты телерадиокомпании «Шебекино». Этого дня в поселке Ленинский Шебекинского района ждали давно. Представители социальной защиты населения, Управления образования, Управления культуры и молодежной политики, а также Управления физкультуры и спорта встречали с надеждой. И не зря. Гости привезли с собой ту самую медицинскую кровать, с помощью которой жизнь Андрея Калугина и его семьи станет намного комфортнее. Искренне благодарила собравшихся мама молодого человека. Ну, знаете, я хочу выразить благодарность всем людям, которые приняли участие в этом проекте и подарили нашему ребенку кровать такую. Она очень нам нужна. Еще я хочу поблагодарить наших докторов, невролога Кремячкову Нину Ивановну, она очень постаралась, и наша педиатра Ржевска, Исаеву Наталью Владимировну. Большое вам спасибо, очень большое спасибо. На этом наш выпуск подошел к концу. Над его созданием работали Лилия Гоголева, Иван Сомкин, Алексей Коновалов, Валентина Ягупова и Антон Ефременко. Следите за новостями и оставайтесь с нами!